могу сказать. Ехать надо, ехать можно, ехать интересно, ехать на заднем приводе еще интересней. Ну, местами, конечно, да, там есть веселые отрезки. Я думаю, сложности большие не составят, но самое вкусное, конечно, будет непосредственно около озера, там начинается тренинг. Вот там уже от глинера дороги ничего не останется, там будем тонуть, спускать колеса и развлекаться дальше. Встретил местного игрока Алексея. Вот, очень душевный человек, казалось, поговорили с ним по охоте, по всему. Сказал, кого можно ждать. Здесь и куницы, и рыси, и еноты бегают, и медведи, и лоси. То есть, ну, кабаны, осторожно надо быть. Змей сейчас нету, но все-таки. Форма одежды грязная. Хорошо бы, дождичка, воды очень мало. Ну что, до субботы в 10 утра. Пока.